Здорово, народ! Недавно в игру была завезена новая локация Тронотель, и это, на мой взгляд, лучшая локация для фарма в игре на данный момент. Давайте я быстренько расскажу, что в ней есть и какие преимущества от нее можно получить. Локация доступна для игроков 50 уровня и выше. Монстры в ней от 50 до 72, и что интересно, с 60 уровня монстров уже начинает падать фиолетовый шмот. Ну, если вы хоть раз выбивали синие шмотки, вы знаете, что шанс выбить синий шмот мизерный, а фиолетовый шмот будет шанс выбить ничтожно мал. Да и чтобы качаться в локациях 60-62 уровня и выше, вам надо иметь достаточно много боевой мощи и достаточно много защиты, примерно 400-380 защиты вам понадобится для фарма этих локаций. Что здесь полезного падает? Во-первых, падают наплечники. Это новый предмет, который добавился в игру и который позволяет вам довольно сильно забустить вашу меткость. Например, те же самые синие Т1 наплечники дадут вам при заточке на 3 целых 11 меткости. Это очень хорошо. На крафт наплечников здесь же падают бревна. Синие, зеленые и серые. Ну, естественно, здесь падают новые итемы для коллекции. Наплечники относятся к аксессуарам, и мы можем крафтить как зеленые наплечники из серых бревен, хотя смысла крафтить их нет, они и так прекрасно выпадают с монстров, так и синие наплечники из серых бревен или зеленых бревен. То есть Т1 и Т2 наплечники, все как и с другими видами доспехов. Естественно, я вам советую скрафтить сразу Т2 наплечники, потому что при заточке на хотя бы плюс 3 они вам дадут уже 14 меткости. Это очень много для этой игры. В недавнем патче разработчики все-таки допилили возможность перекрафчивать серые бревна в зеленые. Нужно такое же количество материалов, как и на другие вещи, это 5 штук, 5 бревен. А также появилась возможность наконец-таки продавать бревна за алмазы. Вместе с новой локацией у нас добавился новый кодекс. Это увеличение урона, увеличение ХП, урона в ПВЕ и так далее. В общем, все, что нам нужно. Требуются только итемы с новой локации, с 50-й, 52-й, 53-й и так далее. Чем выше уровень локации, тем дороже сейчас этот самый кодекс стоит, вплоть до 100-150 алмазов. Именно поэтому сейчас многие люди активно фармят зимнюю локацию. Также в зимней локации появилась новая сюжетная кампания. Она у нас выделяется вкладкой «Экстра». Тут, по слухам, всего 8 глав. И проходятся они плюс-минус довольно легко. По крайней мере, до 4-й, до 5-й главы дойдут все желающие. В конце каждой главы вас ждет босс. И каждые несколько глав вам в награду будут давать сундуки вот с такими вот свитками на выбор. Также в награду за квесты вам дается здесь уже 300 тысяч золота, что довольно приятно. И достаточно большое количество опыта. Но, естественно, здесь появляются новые доп. Задания, дающие уже по 2 мешочка золота и по 5 банок на опыт. Что тоже очень приятно. Короче говоря, эта локация неплохо вам насыпет и голды, и опыта. Вместе с новыми допками и сюжеткой добавились новые ежедневные квесты. Это отдельный раздел квестов в Тронотеле. Здесь квесты с 50 до 72 уровня. По крайней мере, первые 5 квестов до 56-57 уровня вы сможете легко делать в одиночку или в толпе. За прохождение ежедневных квестов вам дают вот такие вот снежинки. Зачем они нужны? Чтобы крафтить вот такие вот шарики. Шарики крафтятся из 10 снежинок и 5000 голды. Нужны они для новой магии, которая добавилась тоже вместе с вводом этой локации. Вот эти две новые магии доступны вам сразу. Не надо ничего открывать и прокачивать. Крутится она только за зеленые шарики, которые вы крафтите. Статы здесь очень хорошие. Есть доп. Урон от обычных атак, урон от навыков, двойной урон, 4 меткости и 2 защиты. А у второй магии у нас тут урон от оружия, урон от крита, опять же 4 меткости и еще 2 меткости допом. То есть если вы очень везучи, с двух этих магий вы можете вырлить себе 10 меткостей. Это тоже очень хорошая прибавка. Мне повезло меньше, я вырлил только меткость в ПВП, но тоже пригодится, учитывая, что мы постоянно с кем-нибудь деремся. А что по опыту там тоже все хорошо. Сейчас вы видите, как я пробежался по всем локациям, побил монстров. По 50 локации, 52, 54, 56, 57, 58 и 59. Как видите, с 54 и 56 локации максимальное количество опыта падает, и монстры там не так уж и сильно пробивают. А 56 монстры — это примерно эквивалент 55 монстров с арены, потому что с арены тоже падает в районе 35 тысяч опыта. Короче говоря, можете качаться здесь, а можете на арене.
Вот такой вот быстрый обзор локации, в ней есть что поделать, новая сюжетная кампания, новые допки, новые шмотки, новые коллекции и целая куча полезного лута, на котором можно заработать и бустануть персонажа. Если понравилось видео, то вы можете поддержать меня по ссылке в описании, отправив семена, они у вас есть, если вы донатите в эту игру. Они у вас лежат на аккаунте просто как голоса, которыми можно голосовать за стримеров. Сделать это очень просто, за 3 месяца игры, я думаю, вы уже разобрались. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и бахать в колокол. С вами был Терион, всем пока.